Праздник спорта для всех любителей единоборств организовали в торговом комплексе «Гудок». В боксерских поединках сошлись спортсмены Самарской области и Республики Дагестан. Титулованные чемпионы двух регионов провели 8 боев по 4 раунда каждый. Все острые моменты зрелищных поединков увидел Михаил Ермоленко. Боксерское противостояние Самарской области и Республики Дагестан началось с поединка бойцов-легковесов. 3 раунда спортсмены экономили силы, и финал расставил все точки. Уверенная победа гостей. Четко вообще атмосфера, обстановка. Все на высоте, все понравилось. Чуть-чуть как-то непривычно было другая обстановка драться. А так все на высшем уровне. 2 следующих поединка гости также оказались сильнее, но к 4-й встрече команде Самарской области удалось реабилитироваться. На ринг вышел профессионал кулачного боя и настоящий шоумен Гигам Хчоян. На меня ответственность была, поэтому уже до меня проиграли, поэтому я старался до конца показать характер, волю. Публика поддерживает, после этого, конечно, мотивация сразу появляется, и вот как раз хочется подраться и показывать бокс. Боксерские турниры уже не в первый раз организовывают в одном из самых больших торговых центров Поволжья. Уровень организации оценили и спортсмены, и зрители. В этот вечер был аншлаг. Организация отличная, интересно смотреть. Я так-то бокс ни разу вот так вживую не смотрел, так очень интересно. По итогам боев боксерское противостояние двух регионов закончилось ничьей. Михаил Ермоленко, Игорь Казановский. События.